На арене Дворца спорта «Триумф» прошло открытое первенство городского округа Люберцы по художественной гимнастике. Участвовали почти 400 юных спортсменок из московского региона. Для люберчан эти соревнования особые. Подробности расскажет наш корреспондент. Каждый год на открытое первенство по художественной гимнастике в Люберцы приезжают спортсменки из разных городов. Сегодня это Фрязино, Руза, Черноголовка и Москва. Гимнастикой девочки начинают заниматься с 4 лет. Красивый вид спорта увлекает сразу. Я просто попросила маму пойти на гимнастику, и потом мне стало нравиться гимнастика. Я сейчас с обручем работаю, но мне скоро будет составлять мяч. Когда вырасту, я хочу стать тренером, чтобы спортом. Каждое выступление длилось не более 1,5 минут в индивидуальной программе и до 2,5 в групповых упражнениях. Судьи оценивали творческое мастерство в движениях, артистизм и сложность программы. Для люберецких спортсменок эти соревнования отборочные. У нас будет первенство юных гимнасток Московской области 16-19 апреля в городе Ступино. И мы сейчас отбираем, одна из задач, отбираем команду для участия в первенстве Московской области. Люберцы на региональных соревнованиях представят лучшие гимнастки округа в возрасте от 5 до 12 лет. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.